Добрый вечер. В эфире программа «Против течения». Было инициировано застройщиком дело страны администрации против нас. Изъять для муниципальных нужд земельный участок. Дичайшая несправедливость. Но не хочется ощущать себя щепкой во время этой рубки. Эта женщина меня похабными словами оскорбляет. Район горит. У нас будет гореть деревянная Астрахань. Сдохнешь в нищете. Собственную овцу с государственной не путать. Я хочу, чтобы казнокрады сели в тюрьму.